Друзья, всем привет! Сегодня у нас предстоит выбор литых дисков в 16 дюйме. Мы подогнали вот товарный автомобиль Lada Vesta SV. Комплектация это люкс мультимедиа, на вариаторе идет. Цвет дайвинг, синий металлик. Мы выбираем диски между... В принципе, диски одинаковые, просто цвета дисков разные. Впереди у нас стоит серый с полированной поверхностью, а сзади у нас стоит черный с полированной поверхностью. Вот, друзья, в принципе, посмотрите, как смотрится. Пишите комментарии обязательно, то есть нам очень интересно, какой диск подходит сюда больше. То есть вот передний диск, и давайте сзади сделаем вот сзади. Ребята, помогайте определиться. Да, помогайте, друзья, нам определиться. Те круто смотрятся, мы не можем просто выбрать. Да. Дмитрий приехал к нам вот выбирать диски. Так что мы сейчас сделаем выбор. Такой сложный выбор всегда. Ну, в принципе, как бы Дима говорит, что скорее всего задний вариант. Ну, честно, я сам тоже больше склоняюсь к заднему варианту. Именно черный с полированной поверхностью. Напомню, диски LS 360 идут, 16 дюйм. Очень стильные диски, можно посмотреть, даже здесь у них центр утопленный получается чуть-чуть. Мне кажется, черные поинтереснее будет. Друзья, сделали мы выбор в пользу черных с полированной поверхностью. Вот такие. Вот, напомню, по параметрам ширина диска 7, вылет 40, разбатовочка 4:100, подходит идеально на Lada Vesta, Vesta SV, Vesta SV Cross, X-Ray, X-Ray Cross, Largus, Largus Cross, Kia Rio и Hyundai Solaris. Вот, сейчас идем мы на наш склад отгружаться. Друзья, ну все, мы, в принципе, загрузились в автомобиль. Вот, выбрали мы черные с полированной поверхностью диски. Да. Приезжайте к Денису, выбор, конечно, большой, сложно выбирать, но это приятно, когда есть еще выбрать, поэтому рекомендую. Спасибо огромное. Друзья, пишите в Viber, WhatsApp, либо в Инстаграме, в Директ. Жду ваших заявок. Всем прекрасного дня, отличного настроения. Пока. Пока.